Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Павло96, и сегодня я хочу проводить вас в следующий год, чтобы все у вас было лучше. Этот год был тяжелый, возможно, местами... Очень тяжелый. Была ли грусти, печали? Бывали классные моменты, ну, в общем, прожили, нормально. Главное, чтобы все здоровы были, все со всеми было хорошо. И вот что я скажу. Я желаю вам, чтобы все самое ужасное, все самое плохое осталось у вас в прошлом, а самое лучшее и хорошее в настоящем и будущем. Все. До Нового года осталось 20 минут. Всем удачи и пока.